здравствуйте, другие подруги. Бритье. Сегодня опять необычное бритье. Сегодня опять шабаш трех Алексеев. И сегодня опять будет все маленечко связано со стариной. Но плюс еще одна дополнительная необычность. Сегодняшнего дня, наконец-то, аллилуйя, мы начинаем пробовать те лезвия, которые у нас набрались за все это время. Благодаря вам, благодаря тем ресурсам, которые со мной сотрудничают. Лезвий скопилось, как вы сами уже знаете. Ну, пускай не ту его кучу, но много. Много, и мы их еще не пробовали. Так вот, сегодня начинаем. Вы давайте на крупный план, а я давай тут начинаю. Тут, короче, как обычно, догоняйте. Парни, прекрасно понимаю ваше нетерпение, но и вы меня тоже поймите. Мне самому интересно. Но мыло Вильямс – это не то мыло, которое пришел, увидел, победил. К нему нужно подойти вдумчиво, с толком, с чувством, с расстановкой. На это нужно время, которого у меня вот сейчас, в данный момент, не очень-то много и есть. Поэтому, хлопцы, проявите терпение. Давайте вот я как можно быстрее постараюсь сделать с ним обзор, но вот только опять не сегодня, потому что сегодня опять завал. Сегодня вместо него будет то мыло, с которым я никаких сюрпризов не жду, которое сработает всегда, везде, под водой, под одеялом, в воздухе, в самолете, на корабле. Это Дерби. Дерби вот в такой интересной упаковке, ребята. По-моему, это максимально бюджетное. Сегодня у нас опять шабаш трех Алексеев. Это Алексей Роговой, Алексей Шабалин и Алексей Кадиленко. Поэтому вот первое от Алексея Рогового. У него сегодня два предмета на обзоре. Это Дерби Барбар Тирас. Первый раз вижу такое. Крышечка такая интересная. Вообще это мне напоминает сметану или йогурт. Что-то такое. Сливки, может быть, я не знаю. Контроль первого открытия. Все, сейчас вот видите. Раз, и все, и простоквашу мы с вами открыли. Вообще, я считаю, что вообще интересное решение. Ребята сделали красиво, но бюджетно. Понятно, что вот этот вот пластик, как на этих, на сметане, на простокваше, он не будет дорого стоить. Гораздо дороже будет стоить та форма, при помощи которой все эти вот эти штуки-дрюки делают. Но опять же, раз затратились на эту форму, и этих баночек можно делать ту его кучу. Молодцы. Причем сохраняет функционал, красочную упаковку, и мне просто нравится. Внутри само мыло Дерби. Твердое, ребята. Ну и Дерби пахнет как Дерби. Если кто не знает, как пахнет Дерби, ребята, хотя бы раз понюхайте, как пахнет Дерби, и вы будете знать, как пахнет Дерби. На самом деле, у него такой ни с чем не сравнимый специфический запах. Кому-то он нравится, кому-то он не нравится. Это все точно так же, как у Челы. Но, честно сказать, мне этот запах всегда нравился. Специалисты, кто уже не первый раз сталкивается с этим мылом, могут сказать, что раньше было несколько иначе. Сейчас вроде как качество улучшилось. Но тут я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что последний раз, когда я Дерби брал, это было, может быть, год, полтора-два, это был, по-моему, стик. Нормально работало, поэтому и сейчас я какого-то подвоха не жду. Думаю, что все будет хорошо. После того, как попользовались, берете, опять же, эту пластиковую штучку, закрываете, и все у вас в порядке. Раз уж стали говорить за Алексея Рогового, давайте и второй его предмет покажем. Это кабанчик от компании Him. Пришел он ко мне вот в такой вот упаковке. Несмотря на то, что он выглядит помпезно и вообще качественно, добротно, насколько я успел заметить, компания Him снискала себе не очень-то хорошую славу. Дело даже не в том, что это дочернее предприятие Мюлли, насколько я знаю, и они выпускают бюджетные серии. Сколько дело в том, какое качество изделия они дают. Вот у Him редко-редко можно нарваться на хорошее качество. Чаще всего это так себе. Ну вот сейчас, смотрите, вот три волоска уже вылетело. Это не критично, это не смертельно, но это факт. Три волоса уже полетело. Кабанчик подкрашенный вот так вот чуть-чуть под барсука, высота узла 55, высота ручки 55, также диаметр узла 20 мм, сама ручка деревянная, очень-очень-очень хорошая. Ребята, и форма замечательная, и качество прям деревянная такая, прям вот нравится. Не знаю, как будет вот это, а вот это вот, о, просто обалдеть. И станок.
Станок у нас сегодня от Алексея Кадиленко. Приходит вот такой коробочке, вернее, приходил. Сейчас-то он уже никуда не приходит. Куда надо, он уже пришел и давным-давно не выпускается. Уже, наверное, осел у всех на местах. Называется «Рубин». С обратной стороны ничего нет. Тут два отверстия есть. Может, тут табличка какая-то была, но думаю, что это не так. Та-дам! Угадайте с трех раз, на кого похож? Да, ребят, совершенно правильно. Коробочка очень приятная. Внутри все пластиковое, вот это вот не мягкое, но все равно платное, приятное ощущение оставляет такое, знаете, что не тяп-ляп сделано. Сам станок. Это бабочка регулируемая. Так вот с первого раза посмотришь, но спутать-то с жилетом Slim, ну как два пальца об асфальт. Разве что вот эта часть отличается, а все остальное очень-очень сильно хорошо похоже. Так, давайте его посмотрим, на что он у нас претендует. Длина ручки 102 мм, ну я думаю просто 10 сантиметров. Ширина головы 24,5 и длина 42. Бабочка, рубин. Очень сильное подозрение, что прародителем этого станка был жилет Slim. Очень сильно похоже. Ну, за исключением некоторых элементов, а так сходство практически близнецы и братья. Станок с регулируемой агрессивностью бритья. Регулируем вот этим кольцом от 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Открывается вращение вот этой вот штучки. Вот у нас раз и открылось, закрылось, открылось. Внутри состояние практически отличное. Внешнего покрытия нарушения не вижу нигде. Не вижу надписи Made in USA, но ее тут, наверное, и не должно быть. Кстати, сделано в России, тоже не видно. Это, наверное, скромность наших производителей. Посмотрите, как хорошо сохранился. Будет ли он отличаться от жилета Slim в бритье, это мы сегодня узнаем, когда поставим лезвие. Какое лезвие? Ребят, вы много-много-много всего написали. Дофига. И лазер, и трит платинум, и шведская суперсталь, и жилет Stainless. Еще не нашел, посмотрю. Лорд Ли, астросиния, Бейли голубые, КАИ, спутник, жилет нацет. Ребят, кое-что из этого вытащил, но только одно лезвие вы повторили дважды. Это было КАИ. Вот думаю, давайте, наверное, КАИ сегодня и вытащим. Ну, плюс ко всему, наверное, жилет нацет. Не такой уж у нас частый гость на обзорах. Эти мы никуда не убираем. Эти перейдут на следующий обзор. Я их убираю в сторонку. И что-то из этого пойдет в следующий обзор. Если вы подскажете, что именно. Это даже быстрее может быть. А сегодня будут вот эти два лезвия. Начнем с КАИ, так как вы дважды его попросили, на подстраховке у нас жилет нацет. Если КАИ полностью справится со своей задачей и даст возможность не только побриться, но и оценить его как лезвие, тогда жилет нацет переходит просто на следующий обзор. Я думаю, вот если таким макаром подходить, то, скорее всего, мы все-таки те лезвия, которые у нас есть, посмотрим побыстрее. Итак, этот убираем, этот достаем. Так, где-то тут. Коробочка необычная. Смотрите, нет прорези под то, чтобы убирать старенькие. Так, а как ты тут открываешься? Не тут. Так, забодался искать. Вот так. Вот сразу и нашли. Хорошо так качественно пачка сделана, подогнана, что даже не вытащишь сразу так с кондачка. В пачке 5 штук. Лезвие КАИ. За фирму вы наверняка все знаете, потому что КАИ это как бы известная фирма, японская, производит сталь, из которой делают многие-многие известные фирмы свои ножи, в том числе и фирма КАИ также делает свои ножи из стали фирмы КАИ. Извините за тавтологию. Само лезвие приходит вот такой белой бумажки, без клея, без нифига, и даже названия нет. Ну, в смысле, надписи нет. Интересно. Давненько мы с вами такого не видели, да? Ну, нам это не помешает. Поставить лезвие. Я не знаю, острое это или мягкое, или какое, поэтому предложение следующее. Давайте, наверное, начнем с золотой середины. У нас от 1 до 9, ну вот, наверное, пятерочку давайте и поставим. Пускай будет 5. 5 поставили, теперь закрываем.
Так, это что такое? Так. А, это лезвие чуть-чуть уперлось, поэтому так и получилось. Посмотрим на вылет, что у нас тут есть такое. Равномерный, нормальный. Можно было, конечно, без лезвия взвешивать, но с лезвием, я думаю, сильно картину тоже не изменит. 70 грамм. Автошеем у нас сегодня будет водичка Сайерс, которая у нас появилась на канале благодаря Алексею Шабалину. Сегодня будет роза Питал, или как там, прочитайте, кто английский знает хорошо. Благодаря вам я теперь знаю, что этой штукой очень хорошо пользоваться, когда у вас сухая кожа. Вот, к сожалению, не могу сейчас запомнить фамилию. Накануне кто-то написал, что вечером принимает душ, все нормально, все хорошо. Но чтобы кожу не тянуло, с вечера он мажется вот этой водичкой, а утром, как молодой огурец, вот такой подскакивает, и все нормально, все хорошо. Так что вот еще одно применение этому лосьону уходовому за кожей лица. Ну, пожалуй, что и все, пошли бриться. Дерби, турецкое дерби. Алексей Роговой. Лёх, спасибо. Блин, ну я люблю дерби, реально люблю. Много недорогих мыл, которые можно любить. Я знаю людей, которые любят Целу. Мне она нравится по ходовым качествам, но запах, к сожалению, не мой. Я попал в ту половину человечества, которая Целу не любит из-за этого запаха. Но, к нашему счастью, есть еще и вторая половина человечества, которая любит и ее свойства, и ее запах. Так что это как бы одна сторона. Для меня дерби попали в ту же самую линейку, что и прораза. Вот, наверное, где-то вот на этой полочке. До латухи ни прораза, ни дерби, в моем понимании, не дотягивает, потому что вот этого фанатизма нет, понимаете? Латоха – это как наркотик, он меня сбивает с копыт, я перестаю думать, я просто кайфую в волнах, которые меня утаскивают в это море, я там плаваю, отдыхаю, я просто наслаждаюсь. А здесь тоже вкусно, тоже хорошо, но все-таки остается какой-то, знаете, все-таки контроль. Я все еще понимаю, где я нахожусь, а там просто уносит к чертовой матери. Ну, делаем пришейф из этого же самого мыла и начнем взбивать. Добавляем маленечко водички. Слава Богу, у нас, посмотрите, какая ванночка хорошая. Так, накултыхали, нормально, хорошо. Что-то есть. Кто-то тут у нас пытается что-то металлическое перепилить. Ребят, не обращайте внимания, я постараюсь тоже не обращать. А может, вам даже и не слышно. Так, давайте взбивать пену. Помазок хим, замочим. Вода, смотрите, несколько изменила свой цвет, то есть какую-то все-таки красочку дала. Я уже нюхал, карбонятинкой несет изрядно. Ну давайте посмотрим, что у нас получится. Работать удобно, упругость приятная. Ручка прям вообще великолепная. Смотрите, что в чашечке стало образовываться. Вот когда упаковано мыло таким образом, я думаю, даже в чашу нет смысла идти, потому что все, что нужно, можно сделать прямо здесь. Мыло уже преобразовалось в сливки. Посмотрите, помазок и внутри уже прогружен. Оп. Так. Ребят, я думаю, что все. Смотрите, уже как бы это все признаки, что можно на лицо и на лице уже доводить наше дело до конца. Нет, парни, не в микроволновке. Еще пока слишком быстро приходится все делать. Дело в том, что я сейчас снимаю видео, а в затылок дышит 28 человек, и нужно свое делать. Поэтому я стараюсь сильно временем не распыляться.
Но дойду до микроволновки, потому что мне этот способ на самом деле стал интересен, и, кстати, не только мне, благодаря тому, что написал об нем в вопросах и ответах, сколько людей воодушевилось. Я минимум уже 4 заметил, которые хотят так сделать, и это было бы здорово. Так, берем наш импровизированный скатл. Здесь еще не до кондиции. Я бы еще, пожалуй, посбивал. Но я делать этого не стану, потому что из чаши прет, и жалко терять такую пену. Я думаю, будет верным решением сразу перейти на лицо, и на лице вот это все и добить. Парни, я думаю, каждый из вас, беря помазок в руки, с первого же движения начинает понимать, оно не оно. Вот сейчас, вот я даже вот еще не поработал им практически ни капельки, я уже знаю, что это самый лучший хим, который я держал в руках. Среди тех химов, которые я держал в руках, даже были барсуки. Все равно этот самый лучший. У него есть внутренний объем, у него есть форма, он приятно работает, и при всем при том, это не квашня. Это прям хороший помазок. Ну, подождем до заключительного слова. Хорошо, что Дерби так пахнет. Вот эта вот кабанятинка, шинель, которая идет от помазка, перешибается на раз. Мыло густющее. Ну, нифига не похоже на ширпотреб, просто похоже на хорошее обалденное мыло. Ну, посмотрите, что еще надо. Так, убираем помазок. И вступает в дело рубин с лезвием КАИ. Посмотрим, что будет. На 5-й позиции, по-моему, его поставили, да? Да, на 5-й позиции. Ну, с Богом, не зарежешь. Да, это как бы не пободрее, чем R89. Не самые острые лезвия, которые я встречал в своей жизни. Чуть-чуть подзакусывает. Так, а давайте сделаем так. Сейчас попробую поставить это. Вилку обстреляем по-артиллерийски. Сейчас поставлю на 3. Маленечко пройдем по ней. А ведь это особенность. Опа. Иногда лезвие на раскоряку идет, и не закроешь станок. Вот оно. На этом лезвии 5 было много, а вот 3 самое оно. Интересно, он чувствуется прям. Я уже понял, что о нем сказать. Вот это сравнение прям яркое, настолько яркое, что сейчас я даже чуть в голос не заржал. Ну, хорошее. Так, чуть-чуть добавляем воды в наш помазок. О, даже родинку цепанул, смотрите.
Вовремя мы с вами остановились с набором по мазка, потому что тут еще и на второй, и на третий, и еще на какой проход хватит, куда еще дальше-то было лопатить. Ну вот уже четвертый волосок. Так, дайте-ка я его еще попробую уменьшить. Вот сейчас стоит на третий, давайте поставим на вторую, потому что на первую-то куда уже. Упс. Особенность интересная, если вы не проконтролируете, как лежит лезвие, оно одним углом упирается в лопатку и не дает ему закрываться. Приходится так подтыркивать, выравнивать. Не пойму, в чем дело. Мне очень нравится, как идет этот станок. Но то, что я вижу, мне нифига не нравится. Как это может быть? Пятый волосок. Вы можете себе представить мягкость виши и зубастость R89? Я тоже думал, что это несовместимо, а вот на второй позиции, вот очень похоже. Так. Ну, теперь я понимаю, что нам сегодня понадобится доктор. Это мой плавленый, которому уже несколько лет. Я его, пожалуй, сегодня попрошу маленько поработать. По мазке мы на два раза прошли, смотрите сколько. Всего еще навалом, просто чуть-чуть намочу. Пятый или шестой, какой выскочил? Густо. Когда наношу мыло, чувствую пощипывание, очень сильное подозрение, кстати, кровь меньше идет, что в мыле есть какие-то не антисептики, а как их называют, которые кровь останавливают? Кровеостановители. Третий проход. Thank you.
Офигеть. Ребята, это самая агрессивная бабочка, которую я в принципе держал в руках. Просто офигеть. Просто. Она мне нравится, но что она со мной делает? Но она мне все равно нравится. Ну прям интересно, девки пляшут. Ребят, на подбривку тут практически нифига ничего не осталось. Я уже не буду собирать, несмотря на то, что здесь вторая позиция. Все равно там дерет-то как надо. И все, пошли споласкиваться. И автошейф. Ну и доктор, конечно, тоже. А, нет, стоп. Смотрите, что у нас в нашей ванночке. То есть вот как оно было, так оно и осталось. И что у нас по мазке. Просто beautiful. Супер. Не, парни, я все понимаю, но перед компрессом я, наверное, все-таки камешком пройду, потому что смотрите, что с мордой лица творится. Я не хочу потом, чтобы полотенце из бежевого в красное превратилось. Ой. Да, разнес изрядно. Уф. Кабздец, как шипит. Так. Но все равно не спасло. Все равно маленечко кровь прошла. Я пытаюсь выстроить общую картину, где, в каком месте я дал слабину, дал маху, что вот довел до такого состояния. И, кажется, начал понимать. Я переоценил свои возможности, вбил себе в башку, что все бабочки, они так себе агрессивные, не очень агрессивные. Поэтому так по-наглому уже с пятерочки начал, потом стал спускаться. И пока дошел до двоечки, имел уже то, что имел. Мне кто-то что-то никто не сказал, что Ленинград это очень-очень-очень агрессивная бабочка. А я и не знал. Как пацан 18-летний попался. Не чтобы по-человечески, как, знаете, как медленно спустился с горы, и все стадо твое. Начинал бы с двоечки. И все было бы нормально. Если бы начал с двойки, то на пятерку и лезть бы не захотелось. А вот, вот, я круч, могуч, и вот и получил куч. Все, весь хохотальник-то и разнес. Ну, парни, в этой жизни за все нужно платить, и я заплатил так же. Зато мы теперь знаем, что это за станок и водичка. Я не думаю, что не самый лучший случай сейчас вот Сайерс применять. Но, с другой стороны, давайте попробуем, посмотрим, как он с этим будет справляться. То, что у него алкоголя нет, может быть, он как-то по-другому сможет вот это вот все остановить. И какие он воздействия будет сейчас отыгрывать. Посмотрим. Ой, это даже много налил. Ребят, я буквально не нанес, а умылся этой водой. Хороший запах розы. Он какой-то интересный, он местами напоминает сам цветок, причем бордовую розу. Не красную, не белую, не розовую, не какую-то еще, вот именно бордовую. Именно ту, которую мы, мужики, не понимая совершенно ничего, приходим и каждый раз берем, сами себе не отдавая отчет. Мы просто вот привыкли, что вот раз роза, значит женщине покупаем букет бордовый. На самом деле это, конечно, не так, потому что все женщины любят разные розы. Моя Лариска, например, желтая с розовым иногда любит, зеленая с розовым, вот такие вот, знаете, ну, по случаю надо смотреть. Я держу свой блокнот всегда открытым, каждый раз, когда мы проходим в цветочный магазин, он говорит, о, смотри, красивенькая. Я говорю, какие? Она показывает, записал, ага, вот эти понравились. Я говорю, что прям хорошо, да, вот тут, и она мне объясняет, почему. Записал, ну, в голове, естественно. В следующий раз я уже знаю, какие цветы любимой дари. А мы все время берем розовые, так вот розовыми пахнет, вот этими вот. Но кровь не останавливает, видите? Ну, в принципе,
Это же уходовое, это увлажняющее, смягчающее, делающее что-то там, но не крови останавливающее. О, а что я голову напрягаю? У нас же этот есть карандаш, который нам любезно предоставила опасная бритва РФ, по-моему, да? Так, мочим и посмотрим. Очень понравился запах у этой водички. Розовая вот эта вот, розовый ритейл, или как он там называется? Пител. Роза Пител. Хорошая, приятная. На лице какая-то, знаете, сразу такая вот благость образовалась. Чувствую, что отпускает. Отпускает. По крайней мере, то напряжение, которое сам себе станком забабашил, отпускает точно. С кровью не борется. На это, ребята, не рассчитывайте. С кровью будут бороться вот такие вот штуки. Но все остальное по высшему разряду. Правильно вы в комментариях написали, что вот некоторые даже используют. Вечером в душ сходил, взял сразу вот этой вот водичкой, набрызгался, а утром ты просыпаешься как младенец. Ну вот что-то такое есть, что-то оно с кожей делает. Это не автошей в том виде, к которому мы привыкли. Да и вы сами это понимаете, потому что в комментариях не раз читал. Нет, там не драчевое, все не подходит. Да, не драчевое. Это просто уходовое. Если вам нужно хорошее уходовое за лицом, вот это один из вариантов. Можно это посмотреть. Опять же, благодаря тому, что у Алексея на странице, все ссылки будут в описании под видео, есть возможность брать не тазиками и не флаконами, а какой-то небольшой тарой. Вы всегда можете взять и посмотреть, попробовать. Ну, какой резон покупать здоровый флакон, который будет стоить как крыло от самолета, ну или сколько-то там. Когда можно взять пробник и посмотреть, идет, не идет. Если идет, ну тогда уже думайте за крыло от самолета. А так вот как-то так. Следующее. Мыл. Лёх, спасибо тебе большое, Роговой. Спасибо тебе большое за то, что напомнил молодость. Когда-то давным-давно, когда только входил в бритьё, я брал стик Дерби. Очень быстро он у меня перестал держаться. Я взял чашечку. Тогда был мало глупый, не видал больших терок. И решил его разогреть и втоптать чашку. Это потом уже старшие товарищи мне объяснили, что если ты хочешь таким макаром пристроить мыло, не надо тебе его греть. Во-первых, это геморрой, во-вторых, ты можешь испортить свойства мыла, а в-третьих, ну зачем, когда есть гораздо более простой способ. Взял терку, крупно натер и втрамбовал, вот, иди работай, все, дорогой товарищ. Но это потом. А поначалу я его вбил в чашечку, разогрел, оно у меня там лямур-тужур, долго смыливал. И столько оно мне хорошего подарило, а тут хлобысты присылаешь еще одну баночку, это хорошее все, так знаешь, волной отката на меня, бумс, и стоишь, обтекаешь, и хорошо, и здорово. Простое, надежное, запах достаточно нетривиальный. Очень сильно подозреваю, что на любителя. Если он вам понравится, то будет нравиться всегда. Если не понравится, то я думаю, что вряд ли когда понравится, потому что он такой, знаете, полубарбар, полушампунь, полу что-то такое. Даже от стиральных порошков, на мой взгляд, что-то такое есть. Ну, запах не слабый, запах звонкий. Вот знаете, он прям звенит, как струна, бокал варит, вот что-то вот такое есть, он шептать не будет, это тут как надо запах. Поэтому, парни, если зайдет, то зайдет, если не зайдет, ну отдадите кому-то и все. Что касается бритвенных свойств, тут вообще вопросов нет. Обалденная, нормальная, хорошая штука. Да, звезд неба не хватает, как те же самые артизаны, забугорные и прочее. Но, ребята, оно и не продается за 20-25 баксов. Это как бы подешевле, это как бы другая ниша. Поэтому, если, скажем так, вы простые вещи любите, вы думаете, с чего начать? Вот. Это наряду с проразы, вот один из претендентов на эту позицию. Знаете, что если вы возьмете, с запахом могут быть вопросы, с бритьем вопросов не будет. Так что это вот хорошая, обалденная штука. Станок. Станок Ленинград. Нет, Рубин, прошу прощения. Рубин. Охренел я от этого Рубина, ребят. Я реально впервые встречаю такую агрессивную бабочку. Я таки вам скажу, что вот жилет Slim и Fatboy, да не то что рядом, они на одном поле не сидели. Совершенно. Им вот до этого Рубина, да как раком до Шанхая, еще и не догонят. Настолько он агрессивен. Самое неприятное,
И самое интересное во всей этой истории, то, что мне это нравится. У меня разнесло пол хохотальника, в кровище весь, только он на первый этаж не протекло. А мне это нравится. Мне нравится, как он бреет. Вы не подумайте, я не садомазохист, там какой-то там что-то, я вот этими вот там плетки кожаные, там вот это. Не, это не мое, не. Это сосед. Я не говорил. Шучу. Ну блин, как же он бархатно идет. Ну как он классно, блин, ну прям. Вы знаете, я вот когда им брился, я понимал, что я его еще не понял. Я даже на 5% не приоткрыл его возможности. Потому что вот он идет, я чувствую вот этот бархатный шелест, которым он протаривает себе дорогу среди моей щетины, и в то же самое время я чувствую вибрацию лезвия, которая, знаете, как пограничный звоночек. Ой, брат, шалишь, ой, что-то поменяю, то сейчас будет, ой, сейчас будет. А у меня я глухой, я Нихтферштейн, я твоя не понимаю. А он мне как открытым красным текстом и написал, теперь понимай. То есть вот. Я думаю, что как только тот человек, у которого есть этот станок, найдет с ним общий язык, общее понимание, он на долгое время забудет о других станках. Это обалденная штука. Очень хочу, чтобы в моем хозяйстве такое было. Жалко, конечно, что это не мое, но если мне вдруг такой подвернется, ребята, я обязательно себе такой станок возьму, потому что это обалдеть. В моем понимании он даже переплевывает и Fatboy, и жилет Slim. Я понимаю, что с одним жилетом не сравнить, с одним Fatboy'ом тоже не сравнить, потому что их там модификации, как мама дорогая. Там есть племянники, там есть троюродные, двоюродные, с желтыми, красными, зелеными, фиолетовыми, всякими там ручками, красными, синими. Все это есть, и все они разной степени агрессивности. Я их все не пробовал, ребят, я пробовал только один. 65-го, по-моему, или 66-го года выпуска, рождения. Ну, тот, который помладше меня был. Но почему-то мне кажется, что у них нет такого Слима. Здесь все другое. И бреет обалденно, просто обалденно. В следующий раз, если бы мне довелось его взять в руки, я бы сразу поставил на двоечку и не выеживался бы. А так сразу бы вот и по-серьезному бы к нему отнесся. Я к нему отнесся, как к всем бабочкам, которые у меня раньше были. Вот и получил. А серьезно бы отнесся, и не было бы ничего этого. Побрил великолепно. Все уже, кстати, высохло. Водички вообще нету. И ни пленки, ничего. Побрил просто замечательно. Обалденная штука. Просто обалденная. Наши молодцы. Не знаю, как они уж так слезали, что они сделали лучше, чем оригинал. Ну, в моих глазах, по крайней мере, это так. Но, блин, молодцы. Просто молодцы. Лезвие КАИ. Сученька. Угу. Жалит. Чуть-чуть расслабишься. В меру острое. По остроте, мне кажется, все-таки до персоны-то не дотягивает. Но нагловатое. Нагловатое. Понимаете, вот если ее поставить, например, между персоной лап американской и жилет Блу. Вот где-то... Нет. Тогда получается, если так ставить, то оно злее, чем персона. Это не так. Вот это злее, чем персона. Вот, наверное, так вот. Но тогда по остроте не подходит. Если это первое поставить, а потом персона лапа, потом жилет Blue Professional. Фиг, я даже не знаю, с чем его сравнить. Но то, что оно... Вот в этом станке, по крайней мере, оно так себе показало. Я думаю, что если в других станках погонять, то была бы картина более полная, более широкая. Но одно я знаю точно, что тупым это лезвие никто не назовет. Им вполне себе годно-пригодно можно побриться. И если вдруг в какой-то оказии вам там кто-то пачку подбросил, или у вас там на сдачу говорят, вот возьми, берите. Хорошее лезвие. Вполне себе. Годно, нормально, можно побриться. Так, Сайерс Рос Питео или Пите. Понравилось. Запах, конечно, не мужской. Несмотря на то, что я от розового варенья фанатею, но здесь совсем другое. Здесь не розовое варенье, здесь больше запах самой розы. Самой розы, и причем с каким-то мадамским уклоном, с таким. Ну, мне кажется, это просто не для мужчин запах, вот так вот скажем. Это более такой женственный запах. Вот только это
допустим, мешало бы мне приобрести в свое хозяйство вот такую водичку. Свойства подходят, запах, дайте что-нибудь мужское. По всем остальным свойствам, ребята, это классный, зачетный, годный продукт. Вообще обалденный. Работает на ура. Если у вас кожа сухая, он всегда будет делать так, что она у вас перестанет быть сухой. Какое раздражение я сегодня себе сделал? Ну вот, сами смотрите. Это и 5 минут не прошло после того, как нанес эту водичку. Да, какие-то розовые покраснения есть, но не тот красный рож, который был сразу же после бритья. То есть продукт годный, хороший, супер. Лех Шабалин, спасибо, спасибо. Я только слышал раньше об этой водичке, никогда ее не пробовал. Но сейчас я понимаю, что зря я обходил ее стороной. С чем-то сродни шишейда, которую вот мне вот пацаны присылали, по-моему, Ванчик Конкурты, да? Сродни, сродни. Но шишейда, вам понимаете, шисейда, он более деликатный, более благородный, более изысканный, более. Но он и по цене, мне кажется, все-таки другой, он подороже. Но одного поля ягода, вот они в одном направлении это работают, пашут на одном фронте, супер. И сколько не откладывай. А, кстати, на следующий обзор пойдет жилет Sunset, да, или на сет. Потому что в этом обзоре не пригодились. В следующем будем ими работать. Откладывал по помазку. Почему что? Потому что помазки Хим вот в моей системе координат, в моей вселенной, они никогда не пользовались популярностью. Почему-то. Случалось время так, что все те помазки Хим, которые ко мне в руки попадали, это были даже не серые уточки, и даже не чуть-чуть, а вот что-то было такое. Ну вот что-то было и все. А что это было? Ну что-то было. Это не то, что вот там, знаешь, как-то там вот искрой пронеслось, и потом 15 лет про него вспоминаешь. Нет. Таких искр, как здесь, хватает. Но Хим почему-то каждый раз как-то проходил мимо. Не было чего-то такого, чтобы, знаете, вот как дал-дал. Но это где-то раза в 2-3, а может быть и в 4 лучше всех тех химов, которые я держал в руках. На сегодня я могу сказать, что вот в этом помазке мне не понравилось всего лишь две вещи. Вещь номер один. Это что от него несет шинелью. Для меня совершенно не критичное, потому что я знаю, как с этим бороться. Или вообще внимания не обращать, или взял его, помыл, подвинул пару-тройку раз там со специальными мылами, или просто с хорошим хозяйственным мылом, и все, вопрос решен. Мне не понравилось то, что вот на первом нашем свидании, буквально, сейчас я только что вытащил 7-й волосок. Если все этим и ограничится, все, вопросов нет. Годен принимается. Если все это продолжится, ну, буду ждать штук до 20-30, в пределах 30 это еще терпимо. Но учитывая, что здесь узел 20 мм, возможно даже 25 терпимо. Но если это будет дальше, то это кака. Свыше 30 волосков, если выпадает, я считаю, что тут пора уже колокольчик включить и озаботиться. Все остальное, ребята, в этом помазке на уровне. И причем на обалденном уровне. Ручка такая, что выпускать не хочется. Начиная от эргономики и заканчивая своим материалом. Здесь он красив, он прекрасен. Он в руке на тактильном уровне так себя показывает, что ты вот под подушку и спать с ним будешь. Вот такое лялечка. Вы каждый раз, когда мыло какое-то в руки берете, вы ловите себя на мысли, что вот вращаете, выпускать не хочется. Хотя руки намылены уже давно. А вы все вот ёзаете. Почему? Нравится. А мыло, потому что он крутится. Вот. Схватил, вцепил, что? Не отдам. Нравится. Вот такая вот фигня. Плюс красивое, шикарное дерево, но не обработано какой-то химозой, которая вам мозг будет выносить. А обработано чем-то таким, что и не выносит мозг. Просто красивое дерево. Сам узел. Несмотря на то, что тут всего лишь 20 мм и высоту-то 55. Ну, казалось бы, ну что, кого удивишь? Да он ничем не хуже 13.05 Симожа. Ничем. Вообще. От слова совсем. Он объем как бы даже еще не получше, чем Симож создает. Ничего не крысит, ничего не хомячит. Все, что взял, честно отдал, да еще и
как нормальный прапор, там маленечко припас, а потом в черную лихую годину, когда у тебя уже совсем уже ничего нет, хлопцы, а забачить, что я маю. Опс, еще вам на гора маленькая выдал. О, это он. Это не то, что черная дыра провалилась, и все, и с концами концов не найдешь. Нет, тут все, что взял, он все отдает. Если сравнивать вот эти два помазка, ребят, по ручкам, они примерно на одном уровне для меня. Потому что эти обе ручки, они великолепны, прекрасны. По ходовым качествам, тактико-техническим, увы и ах, здесь Симош 1305, второй номер. Этот лучше. Угу. Лучше. Намного лучше. Несмотря на то, что этот больше, этот меньше, этот лучше. Тот объем, который он передает, как он работает, как он вот это вот все вот делает, это гораздо интереснее, чем вот это. Ну, опять же, это с моей колокольни для меня. Тут, понимаете, возможно, вариативность. То есть вы слушаете, но решение-то все равно принимаете сами. Но в моей шкале ценностей вот этот Хим победил Симоже 1305. Для меня это нонсенс. На сегодняшний день это самый лучший Хим, который я держал в руках. Леха, спасибо. Спасибо. Прям удивил. Удивил и порадовал. Прям ого-го как. А ты знаешь что, я даже, пожалуй, его себе оставлю и никому не буду отдавать. В следующий раз, когда кто-нибудь спросит, Вадим Викторович, а вот недорогой кабанчик. Я скажу, а вот Хим. А мне ответят, да ты чего, да Хим, да это что за шквар какой-то. Опс, нет, ребята, вот Хим. Вещь, вещь, однозначно вещь. Вот, пожалуй, что и все. Видео подошло к концу, мы с вами побрились, я жив-здоров, хоть и истекал кровью, но, слава богу, все закончилось нормально. Ну и до новых встреч, добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все хорошо будет в жизни. И до новых встреч, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, помогайте отвечать новичкам, ставьте свои любо, не любо, делитесь видео, вот прям, вот ни в чем себе не отказывайте. Ну а в следующий раз встретимся опять. Пока-пока. С вами был я, Вадим.